94-летняя Елизавета II наконец смогла воссоединиться с 38-летними Кейт Миддлтон, и принцем Уильямом, принц Вильям, а также их тремя детьми. Герцоги кембриджские навестили королеву. Эта встреча стала первой с момента начала карантина в марте из-за пандемии. Все пятеро кембриджей посетили ее величество в поместье Балморал, где она находится в изоляции с начала августа. Королева отправилась туда вместе с 99-летним мужем, принцем Филиппом. В силу возраста супруги находятся в особой зоне риска. Балморал в Британии называют свободным от COVID-19 пузырем, а значит, монархам там ничто не угрожает. Как и любая семья, они с нетерпением ждали возможности снова быть вместе. И теперь это наконец-то стало возможным. Они провели вместе несколько дней, хотя им и приходилось следовать строгим процедурам и соблюдать социальную дистанцию, цитирует Daily Mail слова инсайдера. В итоге семейство встретилось на открытом воздухе, благо, королевское поместье наделено огромной территорией. Герцогиня Кембриджская выбрала снимки для выставки в Национальной портретной галерее в Лондоне, которую она курирует. Эти кадры призваны передать всю силу духа нации в момент пандемии. Кэтрин выбрала всего 100 проникновенных кадров из присланных более 31 тысячи изображений. Кейт Миддлтон и принц Уильям уже готовят сына стать королем. Единственной дочери супругой нравится быть принцессой, она старается не расставаться со своей любимой тиарой. Эксперты пояснили, почему дружба Кейт Миддлтон и Меган Маркл изначально была обречена на провал. Отношения жен принцев не заладились с самого начала.